Здорово всем, ребят, сегодня мы крутим огромный сюрприз розыгрыш и буду крутить его до конца. Если надо, буду продавать все, что только можно. Так, ну начинаем мы с «Собери их все», да? Ну тут как всегда. Кстати, ребят, обязательно пишите в комментариях, что кому выпало и кто докуда, как говорится, докрутил, сколько нервов потратил, ну и как, окупилась вам эта чепуха или не окупилась. Ну, такой хотя розыгрыш нельзя назвать чепухой. Тут прям офигительные контейнеры. Я уверен, если вытянуть эти огромные сюрпризы контейнера, они по-любому будут окупаться. Но пока только 28 тысяч единиц опыта, это более-менее что-то нормальное. О сертификатах хрен мечтаешь, конечно. Так, ну что, откроем один. И Колебаныч. Ну, Колебаныча я бы не сильно хотел, но 1500 золота было бы в самый раз, чтобы спокойненько крутить дальше. Все как и по заказу прям. Ну, давай. Давай что-нибудь интересное. Мега-контейнер — это неплохо. Но пока покручу еще. Ну, собери все 4. Ого, вот это уже интересно. Ну что, будет мой фарт с танками или нет? Второй. Нет. Третий. Ну, сейчас что-то должно быть. На четвертый. Значит, сейчас будет что-то на четвертый. Нет, на четвертый будет только 1000 золота. Ну, опять-таки, 1000, то есть продолжаем крутить розыгрыш. Пока все, ну, на разочек хватит. Давай. О, еще 3. Собери. Вообще хорошо. Так, ну что, что-нибудь синенькое, чтобы можно было продать за золото. Ну, давай, хоть какую-нибудь. Во, вот это уже другой разговор. Вот это, я понимаю, ВГ, благодарочка. Так, сколько эта чепуха стоит? 1500? Ух ты, ни хрена себе, 2350. Тьф, ясен хрен продалась. Так. 3. И снова 3. Давай еще что-нибудь, давай. Ну, давай тогда еще 3 или 4 уже, хрен с ним. Ой, вообще, как хорошо. Так. Ну, давай сюрприз. Ну, разочек. Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Какие мои желания, что, начинают сбываться? Ну? Аж водички пришлось попить. Ну? Хорош. Кейлер, ух ты. Так, и что, это получается уже второй танк? Пока... Ну, что ему сказать, пока неплохо. Очень даже неплохо. 1000 золота. Так, механ-контейнер. Давай тоже что-нибудь синенькое. Синенькое, или так уже не прокатит. 500 золота, тоже ни хрена себе. Так. Ахалай-махалай, давай, сюрприз выпадай. Нет? Ну, механ-контейнер. Ну, ладно, хрен с ним. Так, ребятки, не забываем писать в комментариях, что вам падает. Мне уже очень интересно, кому что на выпадало. И кто окупился, кто пропустил все, что только можно. Вот, КПЗ-50Т. Ну, хотелось бы танк, но 5000 золота. Очень даже хорошо. Крутим и раскрутим и этот... Огромный сюрприз, 7 штук, я уверен. Я прям уже чувствую. Чуечка не должна подвести. Так. Собери все 2. Ну, блин. Вот когда уже так дорого, ну, как-то собери все, ну, не очень хочется их получать. Ну, мистические контейнеры, да. Ну, мега-контейнеры, наверное. Тихо хрен его знает. Там такие шансы маленькие, что друг от друга они не сильно-то и отличаются. Ну, хотя все говорят, собери все, это самая чепуха. Давай, сертификатыч. Сертификат. Ну. Ух ты! Ни хрена себе, что я вытворяю. Колдун, ёпта, или шаман? Так. Нет, тут, походу, нифига не выпадет. Чепуха какая-то. 2300 опыта. Ну, хоть бы 28 тысяч уже опыта падало. Ладно, последний. Вообще херня. Ну, давай, сертификат, а что-нибудь хорошенькое. Ну, только хорошее. Ага, хорошее. Пантера М10. Контейнер К11. А не скажу я, где я иду. Ладно, все знают. Так. Косарь 750 золота. Ну что, крутим еще разочек. Давай, что-нибудь хорошенькое. Ну, хорошенькое. 4 собери их все. Выньте да положьте. Так, крутим дальше. Я коллекционку продал, если вдруг что. Кто не заметил, откуда золотишко появилось. Это так чисто по секретику, никому не рассказывайте. Сертификатыч. 75 тысяч, херня. Ну, тут что-нибудь должно хорошее. О, 300 золота. Сейчас каждые 100 золота, это уже на вес золота. Вот это ляпнул. Ну это чепуха. ВЗ-111. Есть! 5000! 5000 золота. Не надо танк. Не надо. Мне нужно золото. Я уже вошел в кураж, поэтому... Ох, как оно мигает. Крутим. Сейчас что-то будет. Собери все. Нет, вот сейчас уже не хочу его. Сейчас хочу что-то посильней. Сюрприз. Есть! Давай. Давай. Да тут... Давай синенькое. Что-нибудь хорошенькое синенькое. Нет, нихера. Так, давай, что-нибудь большое, десятое и синее. Объект 260, ну тут бы, в принципе, и объекта хотелось бы.
Ну, тут 50 на 50. И золото. Отлично. Все, крутим дальше. Погнали. Ребят, я уже просто офигеваю. У меня уже ладошка вспотела. Еще. Давай сюрприз, давай сюрприз, давай сюрприз, давай. Зараза, блин, перехвалил. Сертификат. 5000 золота! Первый раз падает с мистика столько золота. 30 дней аккаунта. Ребят, первый раз выпало столько золота с мистика. Обычно падает херня по 100 золота, по 200, но не 5000. 5000, мы спокойно крутим. У-у-у. Блин, ну неужели с последнего будет? Давай, 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 7, 7, 7, 7, 7. Хрен с ним, хорошо, 4. Я думаю, должны окупиться и забрать эти 7. А мы X1357, нет, такой херни точно не окупимся. 1000 золота. А мне надо 4, чтобы круто. Так, ну надо что-то большое. Огромное. Объект 452К. Неплохо. Т-54-2 мало дадут, по-любому. Что-нибудь хорошее. Бригандина? Нахрена нам не надо, это бригандина. 750 золота за бригандину. Т-54-2. Давай, 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 давай. Полторушечка. Есть. 1750, что так мало? Ну ладно, в сумме уже насобирали. Все, ребят, забираем. 4839 ушло, 7 контейнеров появилось. Ну а теперь что? Мечты сбываются или нет? Давайте смотреть, что мы вытянем. Т-54-2, это сколько можно? Это, ну, да, было бы неплохо, но нет. Хочу что-то огромное, десятое, большое, мощное, крушительное. Такое себе. Вот это хочу. Вот это я очень сильно... И это хочу. Так, я не понял. И еще один. И вот это хочу. Я все хочу. Я их все хочу, ребят. Я их все хочу. Я хочу все танки. Открывай, открывай, открывай. Давай танк. Теперь танк, давай. Теперь золото не хочу. Танк. Хер с ним, хер с ним, хер с ним. Я просто сейчас упаду в обморок. Обалдеть. Все, вот эти 4 я хочу. Давай, давай, М60, 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 М60. Выхода. Есть, есть. Фу, давай дальше, давай дальше. На таком кураже. Давай, давай. Баджер, хочу баджера, хочу баджера. Пожалуйста, давай баджер. 6500, ладно, хер с ним. Стерву. Стерву надо, стерву надо. Ладно, ладно. Давай объекта, давай объекта, давай объекта. Да, да, есть. Все, теперь можно золото. Фу, вот это накрутил. Два из двух, два из двух, два объекта. Это капец, ну конечно же золотом будет все. Вы только посмотрите, ребят, вы только посмотрите. Фу, вот это крутанул. Вот это 7 контейнеров. Окупились, вы только посмотрите на золото. Мало того, что я получил объект 268, вариант 4. М60. Кейлер, хрен с той бригандиной. 4 танка. И 20 тысяч золота уже сверху. Фу, ну что, ребят, я, честно сказать, охренел. И да, как хорошо, что я докрутил ее до конца. Ни разу не пожалел, ни разу не пожалел. Ну и будем смотреть, как теперь мы будем гонять на этих танках, ребят. Обязательно их выкатим и прокатимся на них, как я хотел объекта 268, вариант 4. Вот это да. Ну, ребят, пишите, делитесь своими впечатлениями, своими достижениями в этом розыгрыше. Ну а на этом все, я пошел обкатывать танки. Всем спасибо, пока.